Соревнование в этом году приурочено к юбилею. Специальному управлению Федеральной противопожарной службы номер 87 исполнилось 60 лет. В открытом первенстве участвуют три команды. Спортсмены представляют специальные пожарные части номер 1 и 2, а также пожарную часть номер 5 по охране нашего города. В каждой команде по 5 человек. Все должны преодолеть 100-метровую полосу с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни, эстафету с тушением пожара и боевое развертывание пожарной машины. Каждый год команды у нас борются за приз, так сказать, переходящий это кубок специального управления ФПС номер 87. Также участники, согласно занятым своим местам, будут поощрены дипломами, награждены грамотами, в личном первенстве грамотами, дипломами за общекомандные места, медалями. И, как уже стало по традиции, каждый год как раз позволяет и конец лета, начало осени, это сезон арбузов, дынь. Такой у нас традиционный сладкий приз – это каждой команде арбуз. Его размер будет зависеть от того, какое место команда заняла. По итогам выступлений первое место заняла команда специальной пожарной части номер 1, на втором месте их коллеги из специальной пожарной части номер 2 и на третьем месте команда пожарной части номер 5.